Деревни Жируны, Смоленская область. Торжественная линейка. Последний звонок звенит для девятиклассника Вани Паненкова. Он единственный выпускник. Торжественную линейку приветствуем нашего выпускника. Ответственный день не только для Вани, для всей Барковской школы. Выпускники здесь бывают не каждый год. Сейчас в школе учатся всего 8 человек. Один из них Ваня. После получения аттестата мальчик мечтает стать лесником. Юра Михайлов на последний звонок поедет на катере. За 30 километров от дома. С острова Залито в соседнее село. В местной школе он учился до 8 класса. Одноклассников не было. В 9-м перевели на материк в обычную школу, где в классах учатся по 30 человек. В этой школе на острове Залито учился 8 лет. И после 8 класса я перешел в институтскую школу. Тут есть 9 класс, но специалистов по каким-либо предметам. В России 40 тысяч сельских школ. Больше половины из них малочисленные. В таких школах меньше 100 учеников. Чаще всего не больше 20. В Брянской области в поселке Дубровка 39 школьников. В этом году два выпускника – Арина Скрипова и Коля Хвастов. Сегодня у ребят последний звонок. А на будущий год Дубровская школа выпустит только одного ученика. Евгений Поножев, Ася Потасян, Ольга Лопатюк, Сергей Ковач, Смоленская, Псковская, Брянская области, Первый канал.